Всем привет, дорогие друзья! Я сейчас бегу быстро на почту, но хочу вам показать, что в моих планах сделать приятное одному человеку, то есть безвозмездно, просто так, он даже не ожидает, но я знаю, что эта женщина вяжет, и мне хочется вот как-то душе, наверное, моей нужно сделать небольшой подарок. Это упаковка пряжи Ализе Суперлана Макси. Думаю, что понравится, и подниму настроение человеку просто так. Вот и все. Я побежала. Ну и, конечно, я заберу книгу, которая мне пришла дня два назад, но не было возможности забрать ее. Ну что, дорогие мои, я уже иду с почты. Получила книгу. Вот она. Снова же пакет с пряжного магазина. Отдала пряжу, чему, конечно, безусловно, я рада. Человек счастлив и заряд энергии на целый день, так что делайте добрые дела. Поверьте, это супер ощущение. Так, мне осталось идти домой примерно минут 20. На улице минус 6, но ощущается как минус 16 из-за ветра. Ветер холодный. Я шла на почту. Ветер был в лицо, сейчас в спину, так что тепло, можно сказать. Спасибо, что вы остаетесь со мной. И сегодня я хочу показать вам свои продвижения и также супер крутую книгу. Конечно же, отзыв о книге я оставлю немного позже, но у меня уже есть первые впечатления, которыми я хочу поделиться с вами. Да, я сегодня забрала книгу, поэтому все вам покажу. Итак, я показываю свои продвижения и немного поговорим о моих планах. Так, вот мои продвижения. Джемпер на круглой кокетке. Полотно такое воздушное, легкое, можно сказать, невесомое. Вот так выглядит моя шахматка. Мне нравится. Много пришло запросов на мастер-класс. Мастер-класс будет только уже из другой пряжи. Я расскажу, как делаю прибавки, через сколько петель и рядов. Вот так. Так что продвигается, чему, конечно, я очень и очень рада. Думаю, что доведу его до конца. Так, ну а кто впервые на моем канале, то вам показываю. Вяжу из пряжи фристайл. В 100 граммах 1500 метров, но я вяжу в три сложения. 50% меринос, 25% буретный шелк, 25% полиамид. Вот такой твид потрясающий. Дальше хочу поговорить с вами о новом процессе. Здесь, конечно, у меня все. И спицы, на которых связан, как оказывается, образец, я уже забыла. И другие спицы. 5,5, с которых я сняла процесс. И вот мои чиагу, это 2,75. Ну, вы понимаете, да, все, что можно, сюда в пакет положила. Так, я как-то вам показывала на прямом эфире вот такую ниточку. Она пушистая, очень пушистая. Это должен был быть нежно-желтый цвет, но мне он отдает немного зеленым, салатовым. Можно сказать, что это цвет лайма. Так, артикул Astro. В 100 граммах 1000 метров, 50% кидмахир, 18% меринос, 32% полиамид. Но как по мне, ниточка колется. Вот смотрите, какой здесь потрясающий пух. Вот если так. Ну, видно, да? Какой пух, какая пушистая ниточка. У меня 100 грамм, достаточно так, если визуально смотреть, немало. Ну и покажу вам образец. Вот я тут начинала вязать, но для меня рыхло. Я взяла одну ниточку мериноса, это у меня Зенья Баруфа. И взяла одну ниточку кидмахера. Мне не нравится плотность. Нужно брать две ниточки. Я уже начинала вязать образец, добавляя две нитки 100% мериноса и одну ниточку пушистую. Но тогда, возможно, мне не хватит пряжи на детский джемпер. Вот я хотела вязать джемпер, но и меня останавливает еще то, что пряжа колет. А для меня не хватит.
пряжи, поэтому полноценные изделия в этом цвете не получится связать. И я вот думаю, может мне связать платок и добавить вот эту ниточку и желтую связать уже в конец. То есть сейчас вам покажу. Вот где-то бобина. Вот, добавить и связать. То есть будет сделать такой, сделать меланж, добавить желтую к сливовому цвету и к темно-серому. Как вы считаете? Напишите, пожалуйста, мне очень интересно ваше мнение. Думаю, что будет неплохо. Ну, если бы она не кололась, то тогда бы София по-любому вязала и не переживала. Но мне как-то показалось, что колковато. Вот так мои небольшие планы. Но я буду ждать от вас ответа. И как вы мне посоветуете, я, конечно, к вам прислушаюсь и найду для себя правильное решение. Что еще? А, да, забыла. Сейчас вам покажу книгу. Вот такую книгу я забрала сегодня с почты. Она, конечно, мне пришла немного раньше, но не было возможности пойти на почту. Так, книга. Книга волшебная. Узоры замечательные. Есть один только вопрос к одному узору, но об этом я расскажу в Инстаграме, так как здесь нельзя показывать схему. Они там переплетены очень близко. Так что, если что, на Инстаграм подписывайтесь, ссылочка внизу в описании под видео. И в сторис я расскажу, что меня смутило. Немного. Но, в принципе, мне книга понравилась. Узоры все классные. Жаккардовая тема немного подвела, так как там идут какие-то детские жаккарды в большей степени. Ну, а мне даже для детского изделия хочется что-то взрослого, наверное. Также хочу сказать вам вот в начале, что эта книга вам заменит, в принципе, все книги по узорам. Здесь много разделов. Вот давайте я открою. Вот смотрите, какая красота. Это очень классно. Вдохновляет, можно так сказать. Смотрите, у нас есть узоры с лицевых и изнаночных петель, есть узоры косы, узоры с перемещенными петлями, араны, национальные узоры, кельтские узоры, ажурные узоры с косами, ажурные узоры, узоры со спущенными петлями, узоры со снятыми петлями, шишечки, цветочки, листья. Вот эти шишечки, цветочки, листья, мне кажется, можно было и убрать. Ну, может, мне не нравится такая тематика, но пускай. Пригодится. Патентные узоры. Узоры с петлями в прокол. Вот эти патентные узоры. Здесь есть узор бриош. Узоры для каймы. Тоже неплохой раздел. Узоры техники жаккарда и интарси. Вот это жаккард. Узоры, выполненные в необычной технике. Основные приемы вязания. Ну, это как провязывать петли. От узора к модели. Как рассчитывать и делать. Как это называется? Не эскиз, а выкройку. Вот. Алфавитный указатель, приложение схемы узоров. Вот так. В принципе, книга хорошая. Цена, скажу так вам, не маленькая. Вот когда я свяжу пару узоров, то обязательно вам расскажу, что я думаю. А сейчас просто так визуально я оценила и вам сказала, что я думаю. Теперь, когда эта книга пришла ко мне, я могу начать вязать процесс вот из этой ниточки, мулине. Тоже вам скажу состав, кто не видел. Baby Wool, 100 граммах 750 метров, 100% Baby Merinos, мулине. Я хочу сюда подобрать ажурный узор. Ну, увидим. Если не подберу, тогда будет просто лицевая гладь. Вот так, дорогие мои друзья, я поделилась с вами своей покупкой, планами. Желаю вам хорошего настроения. Спасибо, что вы были со мной. И всем пока-пока.